вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И, наверное, многие видели, что снимают видео очень крутое приближение. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать такое видео. Лучше посмотрите мой пример. Видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, или обычная камера, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Эта программа есть как на Android, так и на iPhone. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Зайдем в лайк. Нажмем «Снимать видео» и теперь перевернем камеру, зажимаем кнопку «Снимать видео» и поднимаем наверх. И, конечно, у нас зум тут получается не очень качественный, поэтому я сниму в обычную камеру, чтобы он был качественным. Выходим и заходим в камеру. Включаем видео и теперь снимаем несколько секунд тот объект, на который вы хотите сделать зум. Я снимаю кустик. Снимаем несколько секунд. Все, так достаточно. Выключаем и теперь приближаем камеру и снимаем только наш цветок, или чтобы было видно немного наших цветочков. Смотрите, на моем цветочке сидит бабочка, это так красиво. Давайте быстренько снимать, пока она не улетела. Вот так сняли чуть-чуть и теперь еще ближе, только один наш цветочек. Вау, это так красиво смотрится. Тут так красиво бабочка сидит. И она такой красивой окраски. Вау, мне очень нравится. Мне очень повезло. Ну, а здесь я сниму видео для себя. Вау, такая красивая бабочка. Вот и все. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все. И добавляем наше отдаленное видео, там где мы снимали далеко. И теперь обрежем ненужные части. Здесь я показывала руку, обрежем ее. И вот здесь тоже оставим маленькую часть. Еще раз нажимаем мультмедиа. Все. И добавляем наше видео, которое мы снимали очень близко наш цветок. Вот оно. И теперь обрежем так, чтобы оно было не сильно длинным. Теперь выделяем наше отдаленное видео. Нажимаем на прямоугольник с углами. И нажимаем захватить кадр и добавить как слой. Самое последнее. И увеличим наше фото до нужного размера. Теперь выделим наш слой и немного увеличим, так, чтобы он заходил на следующее видео. Вот так. Теперь нажимаем альфа непрозрачность и опускаем до 50. Нажимаем на галочку. Выделяем наш слой, нажимаем на ключик или ставим в самый конец и увеличиваем и подстраиваем под наш цветочек, чтобы он совпадал. Ну вот, как-то так. Нажимаем на галочку, теперь снова выделяем наш слой, нажимаем на ключик, немного подвинем.
Ну, теперь нажимаем на ключик и уменьшаем до нужного размера. Вот так, нажимаем на галочку, теперь нажимаем альфа непрозрачность и поднимаем. Давайте посмотрим. А теперь можно по желанию добавить яркость. Выделяю слой и нажимаю настройки цвета и подстраиваю, как мне нравится. Также делаем со вторым видео. Давайте посмотрим. Можно снова ключиком понастраивать. Я подстроила, давайте посмотрим. Теперь выделяем наш слой, нажимаем без анимации и выбираем затухание. Ставим на 0.5x или где-то так. Можно подставлять и посмотреть. Давайте посмотрим. Вот я подстроила, давайте посмотрим. Мне все нравится, поэтому я нажимаю на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкотик. И смотрим видео второго лайкера. Я сегодня шла за картошковый огород. Ой, упала вот этот поворот. Заморала пяточку. Все лицо в навозе. Еще успела носиком по травке поелозить. Ага, попался? Ну вот, нормально. Вау! У тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну.